Йоу! Всем привет, братишки мои, сестренки мои и все остальные на видео заходящие. Это я, Утис Шиморо, и добро пожаловать в GTA 5 RP на сервер La Mesa, ребята. Это я, Утис Шиморо, в роли Лалейла Апкрадовича или Петра Массачусетса. Насколько ты знаешь. Значит, сегодня мы продолжаем наши приключения в GTA-шке, чтобы поиграть с нами. Если ты вдруг не знаешь, значит, залетаешь на сервачок, как говорится, заходишь в менюшки, в настройки и вводишь промокод Шиморо и получаешь различные бонусы и плюшки. Значит, играем на сервере La Mesa, как я тебе и говорил. Значит, мы с тобой на прошлой серии работали медиками, и я хотел бы поработать еще медиком. Мне понравилось, это изи бабки, как бы. Играем по РП, с людьми будем знакомиться по ходу действия, как говорится. И сейчас Васька меня уже где-то там ждет. Братан. Что такое? Я тебя не слышу. Ну, не надо, брат, не надо, спасибо. Человек просто меня встретил, как говорится, узнал, говорит. Это, говорит, Петя Массачусетс, лучший врач. Вот, и решил мне подарить цветы. Ну, значит, вон Васька. Господи, блядь. И тоже с букетом цветов. Что здесь происходит? Я не пойму. Че вы все пристали ко мне? Вам что тут намазано, блядь, или что? Я не пойму. Просто я хочу посидеть в спокойствии. Один, сам. Здравствуйте, собой. Господа. И все. И больше мне никто не нужен. Вась, что случилось? Пошли работать. Ничего не нужен. Все меня заебали уже. А что такое? Ничего. Ты хотел компенсацию выписать. Всё, а короче, что случилось, Вась? Что ты с цветами? Тебе подарили цветы? Ничего. Мне отстань. Хотели подарить цветы только отстань. Что. Тебе тоже подарили? Ничего мне не надо. Мы с тобой отстань. Медработники года, Вася. Отстань от меня. Мне тоже хотели подарить цветы. Кому цветы? Отстань от меня. А что отстань? Ты что случилось-то у тебя? Ничего не случилось. А дай чё? Посидеть просто одному. Мы на работу опаздываем, мы медики с тобой вообще. Вы на эту работу. Я не понимаю вам, что от меня нужно. Я попросил, мне ничего не надо. И мне никто не угрожает. Мне не нужна помощь полиции. Извините, всё, извините, спасибо вам извините. Большое. Дайте мне посидеть в спокойствии. Заебали меня уже вы все. Вася, а я-то что, на работу пошли? Мы напарники хочу, же. Иди сам на работу. В смысле не хочу? Пошли. Отойдите все от меня. Кто? Отойдите все. У него депрессия, отошел. Депрессия у него. Ему на работу, мы на работу опаздываем. Пошли работать, депрессованный. Пошли, иди, начните, я сейчас цветы в жопу эти засуну. А, себе засунь. Чё ты плачешь? Иду эти цветы нахуй. Чё случилось? Кому цветы выпили? Как их убрать вообще? Чё случилось, Вася? Она не пришла. Кто она? Не важно. С кем ты тут уже крутишь? С кем ты закрутил? Не важно. А чё не важно-то? Да расскажи мне-то, расскажи, они никто не слышит. Кто она? Что у тебя там за любовь опять? Как его зовут? На свидание пригласил. Кого его, блядь, а? Да я пошутил. Что это за хуйня у них? Короче, блядь, иди работай, сам я уволяю. С кем? Давай я подкачу, попрошу ее, чтобы она пришла к тебе. Я тебя подкачу, блядь, сейчас. Где? Кто она? Расскажи мне, ты мне не рассказывал. Давай, я тебе отдам, блядь, все. Вот забери себе. Да, спасибо большое. Ой, очень приятно, Вася. Ты мне не дарил такой хуйни никогда. Да как ее выкинуть сейчас? Ей подаришь потом. Кому ей-то? А я ароматный зайчик. Зачем мат ругать? Мы не ругаемся матом, мы разговариваем на нем. Матом не ругаются, на мате разговаривают. Че там? Ты куда пошел? Переодеваться. Я забыл. Здесь не переодеваться, это склад, Вася. У вас тоже цветы такие есть? Да. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Заберите у моего друга эти цветы. Да. У меня тоже такие. А как что можно? За эпидемия цветочная? Как можно подарить цветы? Подарить цветы был бы я в игре, нажал на G человека, потом предложите подарок. Даже кстати, вот так вот. Вам держи. О, да. Да, возьмите, пожалуйста, у меня, пожалуйста, цветы. Давай. Спасибо большое. Еще раз. Это если что, мои цветы спасибо. Были. Да, спасибо. Реально? Спасибо. Все, пойдем это, начнем рабочий день. Да, пойдем, начнем рабочий Любимая день. Любимая работа, как я ее люблю, обожаю. Здравствуйте. Как много больных вокруг. Да, пошли, переодеваться. Побежали. Лейл. Че? Ну, что со мной не так, скажи? Я не знаю, а что случилось-то? Ты мне расскажи, кто она? Как ты с ней познакомился? Познакомился у тебя с девочкой. Не туда бежим. Ага. Обменялись номерами. Ага. Договорились встретиться вот перед работой. Ага. И чё? Я цветы вот эти вот нашел. Ага. Хотел ей подарок сделать, час ее прождал, она не приехала. Угу.
Вот и все. А я уже размечтался, думал, девушка. Ну а зачем ты себе? Зачем тебе? Это кто такой вообще? Молодой человек, что такое? Я просто это. Да я хотел совет вам дать. Какой? Мне надо было советы. Мне твои советы нахуй не нужны. Слышишь, я тебе посоветую очки свои сними, блядь. Вася, не агрессивничай, не агрессивничай, Вася. Вася, ты что? Ну он не настроение просто, молодой человек. Мне советы нахуй не нужны. Я сам разберусь в своей жизни, понятно? Да я понял, но все не просил. Всего доброго, это служебное помещение. Покиньте, я сейчас полицию вызову. Господи, боже мой. Задрали его. Охуеть, тут баскетбольные мячи приплыли, блядь. Пойдем. Ты про мои бубенчики? Не про твои, пошли. Ну что ты, рассказывай. Да, зачем ты найдешь еще этих? Что их много ходят всяких этих? Да как много ходят? Мне та понравилась, они вот эти вот много ходят. Да оглянись вокруг на улицу, выйдет их тёлок. И чё, где вокруг? Что, вот этот вот, сними мне? Да вот стоит твой. Или ей мне подарить цветы? Ей подари вон цветы, ты же вон. Да мне подари, я тебя вообще реально от души. Вообще круто будет. Видишь, все готовы принять от тебя цветы, Вася. Чё ты переживаешь, распереживался? А то я Васёк, ну. Заткнись! Пошли, пошли за автомобилями, пошли за автомобилями. Подожди, какой автомобиль? Я на склад аптечки взять. А, давай. Это ты тот самый, который обещал мне позвонить? Опа! Мы расстались вообще-то, девушка, я вас не знаю. В смысле? Да мы даже не начинали встречаться, ты чё? Ага. Это ты её знал? Ну, что было той ночью, да. А что ты тогда расстроился? Какой ночью? Это было не ночью, это днём ты приходил в глухой стенку, мы тебя скачивали. Какой днём, а ночью кто нажрался, а? После вина чё вы делали с тобой? Мультики смотрели, чё не помнишь, а? Ой, бля. Как соседи полицию вызывали потом? За громкие шумы какие-то. Да зачем ты орёшь на всю больницу? Чтобы все знали, как я тебе тарабанил ночью. Батя, это личные дела. Батя. И мне вообще похер. Батя, это нам не нужно знать. Это был самый ужасный роман в моей кекс, жизни. Кекс, кекс, пошли, где, блядь? Взаимно. Подскажите, где автомобили здесь? Ты уже успел оцарабанить полболни больницы, что ли, Вася? Что происходит вообще, пока меня не было? Ничего не происходит, будь почаще, будешь знать. Давай, ты уже смотришь склад медиков. Будешь почаще, будешь знать. Давай, 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 поработаем сегодня нормально, мы с тобой медики, не забывай. Там вызовы поступают уже, Вася, ты можешь быстрее там разбираться? Да я уже, хватит уже на меня наезжать, ёмко, давай, надену. Давай, по вызовам сейчас поработаем, развлечемся, нормально все будет. Отвлечемся от этого всего. Да. Ты когда прическу поменяешь, а лысый? Нормально все, я Петя сочувствую, у меня бабок нету для операции. Точнее, они есть, но я тебе об этом, но ты об этом не знаешь, вот. А, у тебя бабки есть всегда, меня не найдешь. Да. Я в прилоге посмотрю, я вижу баланс. Че, серьезно? Ты знаешь, сколько у меня денег? Сколько у меня денег? Я забыл. Ха-ха-ха-ха-ха! Хуёво, значит, в логи посматриваешь. Все, че, да такое смотреть. Давай, короче, все, работаем по вызовам, работаем по вызовам. Погнали. Давай, принимай. Да. Давай, есть у нас вызов. Ванька нас вызывает. Очень, вызов уже занят. Работаем дальше. Поближе, я не хочу ехать, меня тошнит. Все, Петр Массачусетс взял заказ. Далеко вызов? Нет, вот рядом прям. Давай быстренько, работаем так же. Не забывай. Давай, давай. Давай, не забывай. Все по схеме, все по... Что такое? Куда слышишь ты, блядь? Мы первые приехали! И это что за херня вообще? Это наш бизнес, Ваня! Это наши больные! Ваня, ты че? Пошел нахуй! Ты че, Ванька? Ваня, ты на чей вызов приехал? Это наш бизнес, наши бабки на... Ваня, реально... Что происходит? Ваня, реально, вопросы решает. Ваня, ты охуел, что ли, блядь? Ты за чей вызов приехал? На свой. Где свой? Посмотри планшет! Достань планшет, Иван! Ты чё бабки отбираешь-то у нормальных ребят? Вызовите медика, кто-нибудь, там аптечка есть! Мы меньше платим бабки, чтобы работать здесь! Какого аптечку, вообще? Пожалуйста, кто-нибудь принесите медицинским сотрудникам! Я сейчас кровью истеку из-за вас. Помогите, пожалуйста. Я вас еще и заслужил. Помогите, пожалуйста. Гражданин, мы приехали на вызов, какой-то Ваня тут решил подстереться, подстелиться. Простите, мы сейчас вас спасем. Ребята, есть какие-нибудь аптечки, пожалуйста, я бы с удовольствием вылечил они пациента. Из-за Вани. А, я понимаю. Вот это да. Ох, нет. Спасибо огромное, да, спасибо огромное. Иван, оружие на рабочем месте носите. Гражданин, все, делаем, делаем. Вась, давай по схеме, сначала, по схеме, Вась. Простите. По схеме, сейчас вылечим. Вась, по схеме. Хорошо? Я просто есть, а как я беру этот заказ? Давай, Вась, сюда, смотри. Сюда, смотри. Отсюда, Вась, поверни его по-другому немножко. Ой, алло, алло, ребята, можно меня резнуть в конце-то концов? Да, сейчас, подожди, смотрим сначала. Мы должны зафиксировать. Зафиксировать, зафиксировать. Все, поехали, сейчас лечим. Лечим, да. Извините, давай, лечим, давай. Откачивай его. Откачивай. Давай, давай. Так, хорошо. Ну что ты меня обзываешь, реально, урод мелкий? Оп, оп, вдвоем, оп, поехали, раз, два, три, раз, два, три, раз, оп. Какому другу имеется случай? Господин полицейский, извините оружие у медицинского сотрудника. Вот у этого медицинского кто применил оружие против своих коллег. Вон сидит. Вот он, вот он. Давайте пробуйте, обыщите. Применил оружие против своих же сотрудников. Ван, дайте таблетку, пожалуйста. Поехали, Вася. Ужас. Ой, простите, на нормально, извините, пожалуйста, мы медицинские работники. Не, ты видел, охуевшие, какие у нас, блядь, они уже с оружием. Они колесо еще пробили, или что? Да. Охуеть! Слушай, а что это такое? Когда это было? Это наш бизнес, наш город, наша крыша! Конечно, какого хуя лезет на чужие деньги, а? Молодой человек, аккуратно! Аккуратно, аккуратно! Куда же вы, что ж вы переходите-то так? Чё ж вы под колёса-то едете? Аккуратненько, аккуратненько, сейчас! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, да что вы делаете-то, а? Ой, аккуратно, сэр! Аккуратненько! Вы куда же лезете-то под колёса? Господи, вам же потом не чисто придётся! Что же это такое-то, зачем вы залипаете на автомобиль, сэр?
чего без колеса едете? Да я не знаю, а вы почему так? Да хватит залипать на авто! Все в порядке, сэр! Вызов, вызов, вызывайте! Вам нужна скорая! Сэр, гражданин! Что с вами? Да, я вызывал скорую. Вызывайте, вызывайте скорее. Мы уже здесь. Вызов, 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 нажмите, пожалуйста, вызов, очень важно, вызов. Вызовите скорую, пожалуйста. Быстренько, вызовите скорую. Быстренько. Я не слышал, Лалаил. Да. А, сейчас. Вызов, 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 сделайте скорую, пожалуйста. Лалаил, тебя не слышно, нихуя! Что ты дерешься, блядь? Все меня слышно, молодой человек, вам нужно сделать вызов срочно. Все, сделаю. Как? А вы сделали? Принимай, быстрее, я не вижу. А все, 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 все. Кенни! Блядь! Блядь! Чё так, блядь, Кенни, нахуй? Блядь, здесь оружие? Давай держим, держим эту территорию. Блядь. Это наш гражданин. А похуй, давай первыми вылечим, слушай, первыми вылечим без вызова. Давай, мы знаешь, как сделаем? Давай, просто, давай. Блядь, Кенни его хуй найдет сейчас. Давай, 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 давай. Поехали, поехали, поехали. Я прикрою. Я прикрою, неси, неси. Неси, 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 неси. Неси, 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 неси. Я задержу. Я задержу. Гражданин, разберемся, все нормально, все в порядке. Никого здесь нету, никто не пострадал. Никто все не хорошо, пострадал. Кенни, все, все хорошо. Хорошо. Все хорошо, мы вылечим. Мы вылечим, все в порядке, а. Все в порядке, мы вылечим. Мы вылечим. Всего доброго, спасибо. А таблетку, таблетку, все, мы пропишем ему, все сделаем. Ребята, все нормально, мы уже занимаемся. Спасибо большое, что приехали на вызов. Спасибо, спасибо, ребята. Спасибо огромное. Давай между пальмами. Пожалуйста. Между пальмами. Ну, между... Ладно, короче, Кенни, еби с ним сам, блядь. Почему? В смысле? Потому что это мой заказ. Ну, да нихуя, это не твой заказ. Мы первые тут были. Мы понятно? Первые тут были, да. Батчикам тут не маши, как учительница. Мы работали над этим заказом. Мы работали над этим заказом. Нет, 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 я полностью этого опровергаю. Мы заказ от... был мой. Заказ... Мы работали, это есть. Мы отработали. Так не было бы этого заказа, если бы не поработали. Ты не понимаешь, что ли, Кенни? Сэр, подожди. А, то есть вы обработали его, чтобы был заказ. Да меня тогда стой, пизди! Извини, Кенни! Кенни! Еще раз! Кенни! Сэр, все понимаю, да? Кенни, все понимаю. Сейчас. Блядь! Блядь, ладно! Подожди! Сейчас! Вася! О, господи, гражданин! Нормально? Все больно. Ой, блядь. Да, ладно. Бля, какой поцелуй? Какой поцелуй? Да вылечу я Кенни сейчас. Вилли, прости. Ты его бесплатно вылечил там? Да нет, 800 дали. Нормально, не по своему вызову приехали. Кенни. Я надеюсь, ты запомнил. О, слушай, Кенни. Я из Кенни. А, нет, с Кенни я ничего не заработал. Кенни, мы ничего с вами не поимели. Кенни, простите, пожалуйста. Да блин, перестань! Перестань кинуть сотрудников! Ой! Господи, пошли. Ой, Васька, Васька, блядь. Бля, вот так нихуя не заработаем. Просто не стой ноги встал. Я не знаю, это твоя депрессия так на тебя влияет или что сегодня? Да подожди, я его забыл! Не подвезем мы тебя. Это не такси. Погодите, погодите. Это не такси, это не такси. Поехали, плюс 1700, нормально по бабкам. Нормально. Слушай, Вася, что у нас не так идет? Почему все наш бизнес пытаются с тобой забрать? Потому что вызов надо принимать первым. А почему, вызов, почему у нас двух колес нету, Вася? Нам нужно менять... Потому что это криминальная работа. Ну, блядь, ну нам нужно менять колеса. Так, они мне не мешают, да, я посмотрю там меню. Давай. Тебе не мешают колеса? Нормально все? Ты так готов ездить? Все хорошо, да. Так, вызовы, вызовы. Опа, срочный вызов. Поехали. Давай. Погнали. Охуенно. Ну, я не знаю, мы так много не заработаем, Васька. Заработаем, заработаем. Слушай, а может быть это? Полицию пора. Какой полицию? Ну, я не знаю, там... Надо выперли с позором. Ну, там хотя бы взяточки, там что-нибудь, что ты делаешь? Ты вообще автомобиль? Иди, иди, аккуратно! Вася, у тебя сегодня что-то... У тебя реально депрессия, что ли, сегодня? Никакая у меня не депрессия. Нет у тебя депрессия, у тебя большие проблемы. Нет у меня депрессии, что ты прикопался ко мне, я не понимаю, а? Ну, а почему ты себя так ведешь? Пойдем, вон, нормально. Пойдем, поменяем автомобили нормально. Здесь вызов, тише. Какой вызов? Вот тут вызов срочный был только что. Пойдем. Где? Кто вызывал? Медицинская служба! Медицинская служба! Кто вызывал медицинскую службу? Пойдем, пойдем, там друга ранили. Пойдем, друга ранили, пошли, Вася. Че? Возьми ты, я уже не могу, у меня же руки болят. Чего взять? А, человека? Руки его возьми, я зафиксирую. Давай, давай, хорошо. Да, ты некрасиво фиксируешь. Где, где друг ваш? Где ваш друг? Где, где? Ну там гражданин упал. Где, 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 где? Вон? Что произошло здесь? Вот что он, такое? Почему в асфальте человек у вас? Его полицейский. Меня сотрудник убил. Ты принимал этот вызов? Он меня выстрелил. Я его не принимал, ты принимал, Вася. Нет, его полицейские убили. Ну, полицейские убили? Да, 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 да. Мы на бодикамеру сняли, сейчас будем писать администрацию. Иск в суд. Иск в суд за то, что его полицейские убили и уехали. Ага. Какой ужас, какой ужас. Вася, ну не... У нас вызов там, а не здесь. А, нет, это не наш вызов, извините, мы не можем вылечить. Клятва Гиппократа не работает в этом случае. Где вызов? А где вот там у вас, гражданин? Бля, слушай, а как взять? Если бы ты был в игре, как бы ты взял человека, Вася? Я бы нашел его точку G, дальше я бы предложил и нести выбрал бы. Пошли. Ой, блядь! Таблетку срочно, медик. Нету таблетку. Выдаю. Давай. Ой, да ну нахуй работай. Стоять, ебать. Работай. Голосок стоять. Знакомый, стоять. Ебать. Стоять, успокоился, ну, ебать. Слышишь, Мара, слышишь? Кадра, тихо. Слышите? Выйдите из кадра, пожалуйста. Выйдите из кадра, у нас фиксация вызова идет. Хорошо, нормально смотрится? Ну как я выйду, Генри, у меня... А что такое? А почему вы раком лечите, молодой человек? Вы ждете своего парня или что происходит? Вася.
Меня кто-нибудь поднимать будет? Да-да-да, все, работаем, делаем. Нихуя себе, ты что там за демон стоит? Опа, хорошо, все. Спасибо большое, что вас кидали? Спасибо за 800 долларов! Да, спасибо. Давай. Подожди, это Эдвард Кузбасс, ты че, он со мной здоровался? И че, что он здоровается? Это, он ездит за нами? Это мой знакомый. Знакомый? Так работай с ним, че ты это со мной постоянно? Ну а че ты сразу моих знакомых-то это отпугиваешь? Полы, давай направо заедь. А че такое? Заедь направо. Куда ты хочешь? Да никуда, направо заедь. Мы же на работе. Направо, и все. Так мы же на работе, блядь. А мы же на работе, Вася. Я уже не могу, блядь, эту работу терпеть. Они больные, блядь. Ведь кругом везде больные. Ну а как ты хочешь, мы с бабки делаем? Вася, расскажи мне о своей депрессии. Что случилось вообще? Что происходит? Да ничего. Водку будешь? Ну давай, ну мы на работе. Вася, что начинается-то? Все нормально, Лалейл, все нормально. Давай выпьемся. Куда ты выпить? Мы на работе вообще-то, Вася. Ничего страшного, работа не волк. У нас поступает новый вызов, Вася. Пошли, расскажи. Работа не волк, в лес не убежит, я тебе говорю. Хорошо, ладно, рассказывай. Давай. Ты пить будешь, да нет? Совесть не позволяет пить во время рабочего дня мне. Я не знаю, как у тебя, блядь. А если я бессовестный, блядь, то почему я выпить не могу? Потому что совесть все-таки у тебя есть, Вася. Понятно? Здесь даже не бухнуть на работе. Ну что за работа, блядь? Я не хочу здесь работать. Мы, медицин, вот поэтому я и говорю, давайте уже чем-то другим заниматься. Мы медицинские сотрудники. Мы клятву Гиппократа давали. Я ничего Гиппократу не давал. Поехали, я вызов принимаю. Я денег заплатил, чтобы нас устроили, и все. Ничего мы не давали, что ты врешь, а? Самому не стыдно? А ну ладно. Просто бабок забашляли, чтобы работать. Ладно, ничего не давали, ладно, ничего не давали. Бабки пытаемся заработать, хорошо. Я тут нашелся такой ангелочек, а? Ну я даже не знаю, ну как-то это... Ай. Это мало денег. Надо организовывать массовые какие-то лечения, Вась. Нам нужно больше. Значит, надо увеличить количество больных в штате. А как мы можем увеличить количество больных в штате, Вась? У тебя оружие с собой. Ну, в прошлый раз у тебя не получилось. Помнишь по течению, как ты, блядь, как кусок, как говно плыл? Как говно. Да. Ничего не как говно. Так, мы в гетто, не забывай, аккуратно. Да, да. Помнишь, ты как говно плавал вот по течению? Вот так же у нас закончится с тобой, у тебя оружие есть. Ладно, давай вызов принимать. Может, какой-то богатый сейчас хер, уебется где-то. Ну и чё толку? У нас всегда стандартная фиксированная оплата, если мы делаем все по вызовам, Вась. Ну, опа! Тут перестрелка! Это что было так? Опа, вот сейчас там будут бабки! Да-да-да-да-да-да! Хоть бы кого-то вольнули сейчас, хоть бы кого-то вольнули! Атя, смотри! Смотрите! Ой, сколько боль! Идём работать! Офигеть! Спасибо! Вот и спасибо большое, сэр! Спасибо огромное! Кого вылечить? Сэр, вам плохо? Нет, да. Что случилось? Что произошло, сэр? Стоп, давай поднимай! А чё давай поднимай? Нет, сэр! Господи! Что происходит? Да Вася уже работает! И работаю! Сейчас, давай! Давай! Давайте, вставайте, сэр! Там ваш сотрудник человек. Да? Мой сотрудник знает, что он делает, сэр. А почему нет оплаты? Подождите, я не понял. Ну что, меньше минуты как минут. Ааа, Миш! Как это так-то нахуй? Стоять нахуй! А ничего, бывает. Бывает у него! Бывает, да? Вызов нажимаем! Где бабки? Мы без бабок не работаем! Все в порядке у тебя? Нет, нихуя не в порядке, мне не заплатили за его реанимацию! Чё, блядь? Чё, блядь? Едь отсюда! Чё будет, если я уеду? Пиздец, будешь вызывать поднимай, скорую! Поднимай! Буду скорую вызывать? Нет, еще рано, ждем. Вызов делай! Вызов делай! Вызов! Я уже кинул, ему деньги уже не придут! Почему? Ты меня в ПД поднимал! Ой, я потанцую немножко, ебать! Вот, все, выбрал, все, нормально, бабки есть, все, сейчас реанимирую! Бабки есть? Да, бабки есть, нормально, тихо! Жестко, бабки, угомонись, уйди отсюда! Не мешай! Все будет, все будет! Ну что будет, сейчас увидишь, что будет! Застрелишь меня? Нет! Здравствуйте! Вася! Вася, у нас что-то проблема! Слышь, нет оружия у тебя, бля! Я извиняюсь, конечно! Давай! Блядь, Вася, я все равно в наручниках! Да я не могу ничего сделать! Вася, я за... Блядь! И тебя слушай! Сука, слушай, блядь, надо думать, кого мы, блядь, поднимаем. Блядь, да ничего не случилось. Хули ты как попугай здесь ходишь, нахуй? Давай, попёр. Слышишь ты, уёбок? Катку в дотку, хуй в пилотку. Вася. Снимите наручники с моего друга. Блядь, меня надо наступить, Вася. У вас аптечка есть? Это мой друг. Ребята, нахуя вы в него стреляете? Это мой напарник. Зачем вы стреляете? Я увольняюсь нахуй с этой работы. Вася, я тоже хочу уволиться с этой работы. Чего? Чего? Я бы карабин 7 миллиметров патрона, занялась
Я медицинский сотрудник. Стяжки. На самоудостоверение. Хорошо, ты отправился. Так, повторно обыши, и ты сам справил камеру. Не нужно как ничего вас, делать. Как вас без медкарты в ЕМС допустили? Как это у нас есть медкарта? У нас все есть, все документы, все у нас есть. При себе все наличие. Мой друг там лежит! Не уводите меня от друга! Куда я задержан, Вася? Да другу меня приведите! У вас нет вариантов, какие инкомплекты? Спаси меня! Нет, ты, где мой друг? Другу нужна! Дайте я реанимирую друга, потом меня заберете, господи! Я починил машину вам. Благодарю вас. Спасибо большое. Дайте друга, я реанимирую, ему плохо. Место, у нас еще сотрудник сбоку сейчас надо забрать его. На следующее место. Айман, пиши хелпу за ЕМС. Нету места. Друга реанимирую, дайте и все, и поведете меня обратно. У меня товарищ там болеет, больной лежит. Молодой человек. Друга реанимировать дайте. Он умирает там. Вы бессердечный. Абсолютно бессердечный сотрудник. Ладно, думаю, время побегать. Какое время побегать? Слышь ты, блядь, у меня друг там умирает. Какое время побегать? Ты что, спортсмен, что ли, нахуй? Я имею право хранить молчание, но я не хочу. Эдвард! Эдик! Эдвард, ёбни его! Ёбни белобрысого, Эдвард! Эдвард, есть пушка! Эдвард, ты же мой кореш, Эдвард! 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 Эдвард, пушка есть, Эдвард! Эдвард, есть пушка у тебя или нет? По белобрысому прокинь, Эдвард! Сука! Эдвард, ты же мне цветы хотел подарить, Эдвард! Пушка есть у тебя, Ган? Оружие, Эдвард! Эдвард, стрельни в ебетину ему уже, Эдвард! Гражданин, давайте это, по-хорошему. Может, это деньгами решим вопрос? У меня отпустите просто и все. Сколько вы хотите денег? Я очень богатый человек. Вы меня слышите? Гражданин. Давайте, господин полицейский. Сколько вы хотите денег? Это взятка? Нет, это просто предложение дружеское. А что вы взять получите? А я за это получу свободу, вы меня отпустите просто. Я извинюсь, принесу вам свои глубокие извинения и выдам денежные средства. Ну, не денежные средства, а подарок на день рождения. 24. Сколько? 15-4, хотите статью? Нет, статью не хочу, 15-4, 15 тысяч у меня есть, если что. 15 шоколадок, да. Легко. Вася! Вася, давай! Вася, по красоте, Вася! Вася! Здесь, брат, блядь! Да. Сука! Я думал, это будет, сука, эпик. Вы можете отпустить моего друга или нет, блядь? Дайте нам работать нормально! Давайте, 30 шоколадок! Хорошо. За двоих, 30 шоколадок! Пожалуйста, 30 шоколадок, сэр! 30 шоколадок! Отходим от места процессуальных действий. Быстро. Быстро отходим, да. Быстро, давай. Отходим от места процессуальных действий. Отошли от места процессуальных действий. 30 шоколадок? 30. Можем 40, давай 40. Давай 35. 35, давай. Арту, отпускайте меня. Передавай. 35. Все нормально? Стой, а передай паспорт еще раз. А что такое? Передай, ну на секунду. Передал. Блядь, почему у тебя медкарты нет? Что за хуйня? Как это, у меня есть медкарта? В смысле, где твоя третья страничка? Я не знаю, ее вырвали, видимо. Прикольно, кстати. Ну ладно, ничего страшного. Сон, спасибо давай. Большое, да, спасибо большое. Ёбаный свет, Вася. Вася, ты даже как выпишешь. Что произошло? Да все нормально. Я уже договаривался с ним, а ты вдруг решил его въебать на этом. И что, ему бабки дал? Да! Все, что заработали, чё, нахуй лох, я въебал, что? Блядь. За двоих нахуй отдал. Ты что, лох? Да нахуй, ты лох, ему блядь. Деньги дал, подождал бы. Чего бы подождал? Чтобы он меня отвел нахуй куда-то? Я бы ствол нашел тут сейчас и, блядь, где разъебал. Где ты бы, блядь, его? Ты разъебал бы, блядь. Ой, блядь. Надо у него бабки твои забрать. А как ты из него заберешь? Он уже побежал, блядь. Да ты чё, это, блядь, щенок, герой аниме блядь. Какой-то, нахуй. Он вообще непробиваемый. Он мне статьи хотел пришить разные. Короче, хуёвый у нас день рабочий, Вася, блядь. Хуёвый. Конечно. Да вообще, в принципе, сегодня день хуёвый, блядь. Ты когда нас устраивал, хули у нас медкарт-то нету? Покажи мне свой паспорт. У нас медкарт нету. Ну покажи свой паспорт. Зачем тебе мой паспорт? Ну покажи мне свой паспорт. Сотрудник полиции, чтоб я тебе показывал. Покажите мне свои документы. Сосен. Так, смотрим. У тебя нету медпаспорта. И у меня нету медпаспорта, а мы работаем в больнице, Вася. Подожди, а нас вообще устроил врач или какой-то левый хуй, я не нас, понимаю. Нас, походу, устроил левый хуй, Вася. Надо с этим разобраться. Фото какая-то! Это отвратительно. Ужас, это не работа! Полная херня. Собака. Где начальник наш? Где начальник наш? Где главврач? Где начальник? Что это за кошка? Начальника позовите, пожалуйста. Господи, что с тобой, молодой человек? У нас тут больной пациент, я не знаю, на что это похоже. Это чума или что это? Что случилось?
Мартин Бейкер, а вы кто? Вы из какой оперы? Сферы? Вы... Я же оттуда, откуда и вы. Да? А кто? Да, мне кажется, мы не оттуда, откуда и вы. Мы точно не оттуда, откуда и вы. Глядя на вас, сударь, я бы не хотел быть оттуда же, откуда я вы. Я тоже не понимаю. А что не так, да? Да, все в порядке, в принципе, но мы точно не оттуда. Где главный? Где наш главный врач, блядь? А что вы хотели от главврача? Мы хотели узнать, почему нас... Даша, я не хочу с тобой разговаривать. А я с тобой не разговариваю, я разговариваю с Петром Массачусетсом. Да, а понятно. А он с тобой тоже не хочет разговаривать, понятно? Короче, начальника нету. Ладно, ребята, у вас у всех есть медкарты? Да. А у нас нет, а почему? А у нас какого хуя нету? Так вам надо сделать голову. Так в чем проблема, пойдемте сделаем. Нет, мы не будем уже делать, нет. Надо было раньше. Да. Нас штраф взяли за то, что у нас нет медкарты. Да, и мы хотим разобраться с нашим начальником, почему нас устроили без медкарт на работу. Что за херня вообще? Документы ваши можно? Вы кто? А, я с тобой не разговариваю. Пожалуйста. Я не с тобой разговариваю. Ну да, медкарты тебе нет. Медкарты нету, да. Нету. Мы хотим, чтобы наш начальник возместил нас. Да, компенсация вот нужна. Что мы сейчас потратили. Нас взяли $350,000. Нам нужен начальник, чтобы компенсировал нам эту сумму. Уважаемый, подожди. Сейчас. Чё? Чё, я тебя не слышу. Возьми меня, слышь, возьми меня на руки. В смысле, зачем? На плечи возьми меня. На чего? Возьми меня на плечи просто. Да не так, не как младенца. Блять, а как? Блять, я этим не занимаюсь никогда. Ну ладно, на хорошо. Спину возьми меня. Ну. Уважаемые сотрудники этой больницы, я уверен, что вас, как и нас, здесь наебывают. Я предлагаю покончить с этим. Вы согласны со мной? Мы не будем терпеть это. Не будем. Не терпелы. Не терпелы. Сейчас мы все увольняемся отсюда. Всем плохо как будто, да? Васька, я больше сюда не ногой. Никаких больше. Мы больше сюда не ногой. Мы больше сюда не ногой, да. Никаких. Мы больше сюда не ногой, а то сразу в больницу. Никаких больше работ, связанных с медициной. Да, я не знаю, я этого точно. Законных работ. Никогда. Не буду работать. Я не знаю, ушли в минус просто в дикий. Я не понимаю, как это происходит. А обычно нам вроде людям помогали, а нам кто помог? Мы обычно самые удачные люди. Господи, да что ж такое-то, прошу прощения. Я немножко разогнался там, я не понимаю, что это было. Ты где? Чё, я где? Вот я стою. Пошли. Пойдём. Обычно мы самые удачные люди с тобой, братан, на земле. А тут у нас какая-то херня. В минус 36 кафе.